вами Артур, и сегодня я вам расскажу вот об этом самодельном девайсе. Часто меня спрашивали, как он сделан. Ну и вот нашел немного времени рассказать. Этой штукой я в основном вытягиваю кантики, и то, если повреждения довольно-таки небольшие. Ну, а как он устроен сейчас и как я его сделал, сейчас я вам это все расскажу. Итак, как же он устроен? Основная часть сделана из прямоугольного профиля 40 на 20. Длину я взял 800 миллиметров. Это кому как удобнее. Мне этого хватает. Высота стоек 350 миллиметров, ну и подвижные элементы. Гребенка заводская, я ее купил. Итак, эту часть я сделал из того же профиля, что и основной, просто разрезал и сварил. Также гайка для крепления, ну и сам барашек. Стойка сделана из прута с резьбой и подушки для упора. Эту часть я сделал из остатков квадратного профиля 20 на 20. Здесь то же самое сделано, только еще сделаны трубки как направляющие, чтобы эта часть двигалась. Ну и тут сделал наглухо просто две гайки. Считаю, здесь не надо регулировок. Вполне хватает одной. И тоже стойка. Как видите, ничего сложного в изготовлении этого инструмента нету. Материал может быть произвольный. Сам принцип изготовления, я думаю, что я вам показал. Пользуйтесь на здоровье. Сейчас покажу пару примерчиков коротеньких. Ну а с вами был Артур. Подписывайтесь на мое новое видео. Пока!